Всем привет, меня зовут Катя. Сегодня я вам покажу свои покупки из магазина Победа. Вискозные салфетки от фирмы Помощница в упаковке 5 штук. Одна упаковка стоит 22 рубля. В этот раз бумажные салфетки были такой фирмы, их тоже 300 штук и стоят они также 38 рублей. Бумажные платочки 10 штук в упаковке, упаковка стоит 42 рубля. Я очень давно хотела себе такую штучку, и как только я увидела, сразу ее взяла. Стоит она в Победе 63 рубля. К чаю взяли вот такой зефир по 49 рублей. Мисс Зефиринка, написано «Балаковский кондитер». Ватные палочки 400 штук по 44 рубля. Кстати, дешевле, чем в фикс-прайсе получается. Взяла мягкие металлические мочалки для посуды по 15,50 за упаковку. В упаковке их две штучки. В общем, надолго хватает. Я особо ими не пользуюсь, они мне не очень нравятся. Две упаковки слоеного теста взяла. Одно дрожжевое, другое пресное. По 35 рублей каждая упаковка. Тесто хорошее, мне понравилось. Решила попробовать вот такой цикорий. Такой я еще никогда не брала. Пачка стоит 29 рублей. Щетка для мытья посуды по 20 рублей. Влажные салфетки 100 штук в упаковке с клапаном. Можно открыть и закрыть по 44 рубля. Муж решил взять пельмени на ужин. Кстати, они и называются пельмени к ужину. Упаковка 1 килограмм стоит 129 рублей. Повторила свою покупку, так как фарш мне понравился. 900 грамм. В этот раз он уже, правда, идет подороже. 79 рублей за упаковку. В тот раз был чуть дешевле. Фарш хороший. Ребенку взяла средство для купания по 45 рублей. Взяла себе вот такие прокладки на пробу. По 53 рубля упаковка. Моющее средство Биолан. В этот раз по 2. По-моему, в прошлый раз было 23. Он тоже стал немножко дороже. Гречка в упаковке 800 грамм, одна упаковка стоит 20 рублей. Ребенок у нас взял себе вот такие кукурузные шарики со вкусом сыра по 21,90. Дешевый шампунь по 29,90, мыть полы люди средства для пола покупают, а я дешевый шампунь беру для этих целей. Упаковка сосисок 1 килограмм весом, стоимость 95 рублей. Губки для мытья посуды по 19 рублей, в упаковке 5 штук. Написано, превосходно впитывают. Прочные, посмотрим, в общем. Маргарин по 13 рублей, одна упаковка. Куриная печень замороженная, 500 грамм, по 65 рублей за одну упаковку. Также взяла себе ежедневки за 64,50. Сковорода с антипригарным покрытием по 173 рубля. В общем, коротко говоря, сковорода дерьмо, никому не советую, даже не тратьте свои деньги. Набрала себе разрыхлителей для теста по 5 рублей. Ватные диски 150 штук по 38 рублей. Качество у них такое, средненькое. Такой арахис в какао-порошке за 55 рублей, 350 грамм. Повторила свою покупку. Это батончики по 19 рублей. Мне они понравились. Кто не пробовал еще, если ходите в подобный магазин, обязательно попробуйте. Также купила на пробу батончики с яблоком от компании Леовит по 12 рублей. Ну, в общем, ничего, так тоже пойдет. В качестве перекуса можно брать с собой на работу, например. Купили вот такой сыр. Кусочек вышел на 72,45. Это на утро, на завтрак. Взяли сахар 5 килограмм, 199 рублей. На сегодня это все наши покупки. У нас получилась сумма небольшая, всего 1840, если так разобраться. Всем спасибо за внимание. Пока!